Привет, друзья! Опубликован эпизод передачи «Дронов скальпель» российским военнослужащим. Судя по видео, передача осуществлена в Курской области России. Каким подразделением – неизвестно. Мы уже много раз рассказывали про российские дроны «Скальпель». Они считаются дешевым аналогом российского дрона «Ланцет». Последний раз показывались их испытания. Судя по видео, испытания закончены, и они поступают в войска небольшими партиями. Техническая информация о дронах «Скальпель» есть на канале. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.